Итак, сегодня, дорогие друзья, я бы хотел сделать большой обзор щенячьего вот такого небольшого наборчика патруля, где не хватает, правда, двух щенков. Начнем с собаки, которую зовут Зума. У нее вот такой как язычок. Ферма-то китайская. В общем, вот такая вот Зума. Поворачивается голова. Вот так. Ну, вот Зума. Потом маршал идет. Он, как бы сказать, пожарный. У него есть вот такая вот водометы, которая двигается, тоже поворачивается голова. Вот. Вот это маршал у нас. Дальше у нас идет крепыш. Такой вот голова поворачивается, ну и, в общем, все, вот голова поворачивается, это у нас крепыш. Дальше у нас идет гонщик, ну, у гонщика ничего не двигается, кроме головы. Ну, только у маршала двигается, там кое-что и все. Вот гонщик такой. Нормальненький рюкзачок. Вон у него там даже стрелочки сейчас. Вон. Знак полицейского. Вот это гонщик. И последний у нас в коллекции это вот такой вот райдер. Короче, с лицом надо поработать. Такой вот райдер. У него там ботинки вроде бы как-то снимались. Голова крутится, руки двигаются. Голова. И ноги там вот так. Вот. Ну вот это вот райдер, как бы сказать. Подписываться на канал, ставить лайки. Всем пока-пока.